Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивую широкую ленту в технике ленточного кружева. Для работы нам потребуется моточек пряжи, крючок и бусинки. Начинаем работу с 12 воздушных петель. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Выполнили. Далее выполняем 2 столбика с одним накидом в пятую петлю от начала цепочки. Считаем 1, 2, 3, 4. Вот наша пятая петелечка. Вводим сюда крючок. И выполняем первый столбик с одним накидом. И второй столбик с одним накидом. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 2 воздушные. И вновь выполняем 2 столбика с одним накидом в эту же воздушную петлю. Первый столбик и второй. Выполнили. Далее мы с вами работу переворачиваем. И выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь под арочку из 2 воздушных петель мы с вами будем провязывать. Сначала 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Затем выполняем 2 воздушные. И вновь сюда выполняем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Выполнили. И дальше мы с вами выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Связали. И теперь под арочку мы с вами, вот боковую, мы с вами будем провязывать столбики с одним накидом. Всего их будем провязывать 5. Выполняем накид на крючок и провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4 и последний 5-й столбик. Выполнили. И теперь мы с вами работу разворачиваем. Выполняем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, из которых 3 это петли подъема, и 1, 2, 2 это петли арки. И далее мы с вами будем ввязывать бусинки. Для этого мы на крючок с вами одеваем бусинку. И отсчитываем. Начинаем счет с самого первого столбика. Обратите внимание, отсчитываем первый, второй, в третий столбик вводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее и провязываем. Мы с вами выполнили столбик без накида и при этом вязали бусинку. Далее мы выполняем 2 воздушные петли. И опять будем ввязывать бусинку. Опять на крючок одеваем бусинку. Вводим крючок в верхушку столбика. При этом один столбик мы с вами пропускаем. В следующий вводим крючок. Вытягиваем. Провязываем столбик без накида. Выполнили. Далее мы с вами выполняем арочку из 5 воздушных петель. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали и будем закреплять эту арочку столбиком без накида под арку в предыдущем ряду. Закрепили. Далее мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять же выполняем столбики с накидом под арочку из 2 воздушных петель. 1 столбик.
второй столбик, 2 воздушные и опять сюда же 2 столбика. Раз и 2. Выполнили. Вот такие бусинки мы с вами вязали. И теперь мы с вами работу разворачиваем. Опять выполняем арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять же под арочку из 2 воздушных петель будем провязывать 2 столбика. Раз, два, 2 воздушные и 2 столбика с накидом. Все провязываем под одну арку. Выполнили. Далее мы с вами провязываем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И закрепляем эти 5 воздушных петель в наш, под нашу арку, которая у нас сразу шла после закрепления бусинок. Вот таким образом. Далее выполняем с вами арочку из 3 воздушных петель и провязываем столбик с одним накидом под арку. Выполнили. Далее выполняем 1 воздушную. И под эту же арочку провязываем еще один столбик с одним накидом. Далее следующий столбик провязываем верхушку столбика без накида, который мы с вами провязывали с бусинкой. И следующий столбик с накидом провязываем в соседнюю арочку. Вот таким образом. Далее выполняем 1 воздушную. И продолжаем. Столбик с накидом мы провязываем под эту же арочку. Следующий столбик с накидом провязываем верхушку столбика. И еще один столбик с накидом провязываем в соседнюю арку. Выполнили. Далее мы с вами провязываем 1 воздушную и провязываем 1 столбик с накидом под арочку и еще один столбик с накидом под эту же арку. Таким образом мы ряд с вами этот завершили и работу разворачиваем. Выполняем 1 воздушную петлю и в самый первый столбик нашего ряда вводим крючок, выполняем столбик без накида. Провязали. Далее мы с вами будем провязывать столбики с одним накидом и пико. Давайте посмотрим. Такой интересный прием будем с вами делать, чтобы наша лента смотрелась более ажурной. Выполняем столбик с накидом под 1 воздушную петлю. Далее еще один столбик с накидом. Далее мы с вами выполняем 3 воздушные петли и будем выполнять пико через столбик без накида. То есть выполнили 3 воздушные петли, далее вводим крючок в верхушку столбика с накидом, захватываем верхушечку и боковую петлю, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Наше пико через столбик без накида готово. И далее под эту же 1 воздушную петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Вот такой у нас с вами будет интересный и красивый край нашей ленты. Далее вводим крючок первый во второй столбик, он средний из 3, и выполняем столбик без накида. И далее опять же под 1 воздушную петлю выполняем точно такой же прием. 2 столбика с одним накидом, 3 воздушные, столбик без накида,
и 2 столбика с одним накидом. Закрепляем. В первый, во второй столбик вводим крючок и выполняем столбик без накида. Продолжаем. Опять же, под одну воздушную петлю вводим крючок, выполняем один столбик, второй, 3 воздушные, столбик без накида, как и ранее, верхушку, и 2 столбика с одним накидом. Раз, два. Выполнили. И далее выполняем столбик без накида, вводим его в первую, вторую, третью воздушную петлю, вот самую первую получается, сверху. Выполнили столбик без накида. И продолжаем работу, выполняем арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И закрепляем эту арку столбиком без накида под арку в предыдущем ряду. Выполнили. Далее выполняем 3 воздушные петли и под наши 2 воздушные будем провязывать опять 2 столбика с накидом, 2 воздушные и опять же сюда же 2 столбика с накидом. Раз, два. Мы с вами завершили наш ряд и работу переворачиваем. Выполняем арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И выполняем опять же под 2 воздушные, 2 столбика, 2 воздушные и 2 столбика. Раз, два. Выполнили. Далее мы с вами работу опять же переворачиваем. Выполняем опять арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И опять же под 2 воздушные выполняем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные и 2 столбика. Раз, два. Давайте остановимся, посмотрим. Вот у нас с вами получился наш начальный элемент нашей ленты. И можно себя проверить. У нас с вами должно получиться свободных 1, 2, 3 арки. Получилось 3 арочки. И работу теперь мы будем продолжать по этой стороне нашей ленты. Продолжаем работу. Мы с вами выполняем 5 воздушных петель. Арочку из 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Выполнили. И теперь под арку будем провязывать 11 столбиков с одним накидом. Провязываем. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и последний 11 столбик с одним накидом. Выполнили. Далее мы с вами выполняем арочку из 3 воздушных петель. Раз, два, три. И закрепляем ее под следующую арку столбиком без накида. Таким образом. И теперь мы с вами работу разворачиваем. Выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. Выполнили. И теперь мы с вами будем в этом ряду вязывать бусинки.
Обратите внимание, мы работаем с вами по изнаночной стороне ленты. И теперь нам нужно ввязать бусинки так, чтобы они оказались на лицевой стороне ленты. Для этого мы с вами забрасываем нить перед крючком, перед работой. Одеваем бусинку таким образом и вводим крючок. Первый, второй, обратите внимание, с самого начала ряда считаю наши столбики. В самый первый столбик вводим крючок. Вот таким образом. За работой захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Зацепилась, еще раз повторим. Захватываю рабочую нить. Вытягиваю ее и через столбик, и через бусинку. Вот таким образом. У нас на крючке 2 петли. Опять же захватываю рабочую нить и провязываю. Выполнили. Далее мы с вами выполняем 2 воздушные. Раз, два. Опять же нить перед работой. Одеваем бусинку на наш крючок. Пропускаем один столбик, в следующий столбик вводим крючок таким образом, захватываем рабочую нить, аккуратненько, не спеша, протягиваем ее через бусинку, захватываем рабочую нить и провязываем через 2 петелечки. Вторая бусинка у нас связана. Обратите внимание, все бусинки у нас располагаются по лицевой стороне. Мы с вами работу продолжаем. Выполняем опять 2 воздушных и опять точно так же ввязываем бусинку. Одеваем бусинку на крючок, нить перед работой, вводим крючок, в полотно захватываем нить, провязываем. Опять 2 воздушных, опять одеваем бусинку, пропускаем один столбик, следующий вводим крючок, захватываем ниточку, протягиваем ее, 2 петелечки на крючке, и опять мы их 2 провязываем. Опять 2 воздушных. Еще одну бусинку одеваем, нить перед работой, пропускаем один столбик, в следующий вводим крючок, захватываем нить, вытягиваем через бусинку и провязываем 2 петелечки. И нам с вами осталось вязать одну бусинку, 2 воздушные, и вот один столбик мы пропускаем, и в самый последний мы вяжем последнюю бусинку опять же. Одеваем бусинку на крючок, вводим крючок в верхушку столбика, захватываем рабочую нить и, как и ранее, провязываем. Все, мы с вами бусинки вязали. Давайте посмотрим, вот как они красиво вязаны по лицевой стороне. Мы с вами можем работу продолжить. Выполняем 5 воздушных петель дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Далее закрепляем наши 5 воздушных петель под арку столбиком без накида. Выполнили. Теперь выполняем еще арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И вводим крючок под наши 2 воздушные. И выполняем 1 столбик, 2, как мы это и ранее выполняли, 2 воздушные. И опять же 1 столбик и 2. Давайте посмотрим. Наш ряд завершен. И мы теперь работу с вами опять
переворачиваем. В следующей части мы продолжим с вами работу. Мы приглашаем вас в увлекательный и захватывающий мир рукоделия на нашем сайте shiru.ru. Большое количество подробных и полезных мастер-классов по вязанию вы сможете посмотреть на нашем сайте.